Это «Пульс дня», и мы продолжаем. Главный кремлевец расширил и без того широкие полномочия российской полиции. Он подписал указ, согласно которому люди в форме могут скрывать транспортные средства, разумеется, под предлогом спасения чьей-то жизни, а также чтобы предотвратить преступление, изъять оружие или наркотики, или на худой конец проверить сообщение об угрозе теракта. Но это далеко не все. Российской полиции разрешили проникать в жилище, если там находится человек, на которого указали потерпевшие или очевидцы преступления, даже если у него нет официального статуса в уголовном деле. Прежде подобное разрешалось только для того, чтобы задержать подозреваемых. Ну а теперь, наконец-таки, наступили долгожданные для кого-то перемены. Вот как оппозиционные комментаторы отреагировали на принятые нововведения. То есть еще раз, вот пришли вы домой после тяжелого трудового дня, а дверь в квартиру выбита. Содержимое квартиры разломано, белье постельное и нательное разорвано, а посередине всего этого торжества правосудия – хладный труп, мешок с наркотой, 10 автоматов Калашникова и пара подствольных гранатометов. Это не ваше? Да бросьте. И вот самое, пожалуй, злободневное и болезненное для кремлевской администрации – митинги оппозиции и шествия в поддержку лидера протеста Алексея Навального в нововведениях тоже были упомянуты. Ну так, косвенно. Российской полиции, в частности, теперь можно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий, оцеплять жилье и прочие дома частные и досматривать всех, кто находится на этой территории. При отказе людям в погонах разрешили из огороженного загона граждан не выпускать вплоть до снятия оцепления. Расширить полномочия полиции правительство предложило еще в мае 2020-го. Госдума приняла соответствующий закон в начале декабря, ну, уже этого года. При этом некоторые из предложенных поправок были внезапно отклонены. В частности, депутаты отказались расширить список причин для применения оружия и снять сотрудников МВД ответственность за действия, совершенные при исполнении служебных обязанностей. К разговору подключается независимый муниципальный депутат из Москвы Денис Шендерович. Денис, приветствую. И вот первый вопрос. Ну, вот в частности, действительно, у российской полиции до этого полномочий было, как многие справедливо замечают, немало. А вот это вот увеличение их, это в большей степени шаг символический, либо что за этой идеей может стоять? Ну, на мой взгляд, это продолжение той истории о выданном полиции карт-бланше на насилие, беспредел, который сейчас творится в отношении тех людей, кто может угрожать нынешнему режиму или режим может так считать. Но в целом это усиление так называемого полицейского режима. И последствия этого, конечно, будут мы очень скоро на себя, все граждане Российской Федерации очень скоро на себе это все прочувствуют. Это усиление, будет усиление новое, такая волна, уже не ковида, а новая волна будет полицейского беспредела, по которому уже не только будут применены санкции такие вот в новом законе, которые указаны в отношении оппозиционеров, а в отношении простых граждан в том числе. Теперь заработать на звездочку или на новый погон с новым законом стало гораздо проще, потому что можно вскрыть машину, без, значит, желания владельца, без его участия, можно проникнуть в любое жилище и сделать там все, что угодно. Досмотреть, посмотреть и так далее. А самое главное, что для этого теперь не нужно иметь каких-то данных, а по новому закону всего лишь достаточно полагать. Поэтому полагает полицейский, ему этого достаточно для того, чтобы сделать все, что угодно. С машиной, с домом или с жилищем. Поэтому, конечно же, это будет новый виток полицейского беспредела, в которое уже окунулось российское общество. Ничего хорошего от этого закона ждать не придется. От этих поправок, точнее. Денис, а вот, кстати, буквально скоро уже 10 лет, точнее, чуть больше 10 лет уже прошло, с момента, когда при Медведеве милицию переделали в полицию. И тогда, в общем-то, был такой случай Евсюкова, Дениса Евсюкова, из-за которого реформа формально стартовала. Но я просто напомню, это сотрудник правоохранительных органов, который зашел в магазин, что-то на него накатило, и он там пострелял несколько людей, по-моему, включая кассиршу, если мне не изменяет память. Ну, после этого был большой скандал. По большому счету, вот та реформа, которая тогда произошла, она как-то качественно милицию в полицию переделала, либо это была смена таблички и больше ничего, на ваш взгляд? На мой взгляд, кроме смены таблички, это сделало полицию, собственно говоря, таким органом центрально подчиненным. То есть, если раньше была милиция, которая подчинялась
муниципалитетом, то есть она была муниципальной милицией, была, да, она была подотчетна органам местного самоуправления. То есть на местах люди могли контролировать этот орган. То сейчас этот орган абсолютно не подконтролен ни местному самоуправлению, ни даже региональной власти. Это полностью федерализированная структура. Она подчиняется напрямую министру МВД, а министр МВД входит в Совет Безопасности, где руководитель Владимир Владимирович Путин. Ну, то есть, проще говоря, полиция и Росгвардия – это все личные войска президента на сегодняшний момент. И в этом самое главное изменение, в том, что они полностью вертикализированы и централизированы. Ну, структура стала такой вот, полностью подчиненная одному лицу, одному лицу. Формально, конечно, там есть министры, есть подведомственные какие-то структуры, но фактически это все подчиняется одному человеку. И здесь как раз взаимосвязь того, что... А что же они там делают, да, вот, может быть, они там перегибы на местах? Нет, это не перегибы на местах, все то, что происходит, это последствия выданного того карт-бланша на произвол, на нарушение законов и так далее, которым занимается полиция последние несколько лет. И самое плохое в этом то, что, как показывает уже ситуация, выходит из-под контроля у тех, кто всю эту систему выстроил, она сейчас выходит из-под контроля. Сейчас полковник полиции или ФСБ значит гораздо больше, чем даже иногда бывает министр или какой-нибудь друг из кооператива «Озеро». Об этом факты тоже уже есть. Это же такие причудливые жизненные перипетии с милицией, полицией, а также поздним путинизмом. Денис Шендерович, муниципальный депутат, независимый из Москвы, был на прямой связи со студией. Обсуждали мы новые бесконечные полномочия, которые получила российская МВД. К этой минуте у меня все. В рубрике «По скриптум» с вами встретится моя коллега Наталья Быстрицкая. Я же на этом прощаюсь. До свидания.